дети читают стихи. А Шуркова Диана, 3 Б класс, 9 лет, город Новоуральск. Юрий Воронов. Опять война, опять блокада. А может нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне. И о блокаде пролистали, стихов достаточно, вполне. И может показаться правы и убедительные слова. Но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не совершилось той зимы. Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь это память, наша совесть, она как сила нам нужна.